На хищение бюджетных миллионов поймали кустанайского тренера по шорт-треку. Спортивный наставник присвоил почти 6 миллионов тенге. По информации областной прокуратуры, он составлял фиктивные отчеты о сборах и соревнованиях детских и юношеских команд школы высшего спортивного мастерства. В них завышал расходы на спортсменов, которые на соревнования вовсе не выезжали. Деньги собирал на депозите в банке и даже успел получить с них проценты – более 600 тысяч тенге. Сейчас дело направлено в суд. Деяния лица были квалифицированы по статьям 189, часть 3, пункта 1 Уголовного кодекса, то есть присвоение денежных средств лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также 218, часть 1 Уголовного кодекса, легализация отмывания денег, то есть вовлечение в законный оборот преступного дохода путем совершения конверсии. Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет с конфискацией имущества.